Сегодня делаем чип на Sanyong Kairon бензин. Нужно выпаять вот эту флеш, а потом будем греть сверху, потому что здесь плату нагревать нельзя, она близко очень, нижний подогрев может сыграть злую шутку. Лучше нагреть локально. Когда появился характерный запах лака, берем ацетон, берем палочки и начинаем оттирать микросхему от лака. Она оттирается. Когда лак теплый, довольно-таки легко. Микросхема готова для программирования. Вот она. Итак, вот площадку под микросхему почистили, подготовили ее в пайке. Нужно обязательно до блеска почистить контакты микросхемы. Иначе дамп не будет соответствовать тому, что должно быть. Итак, берем программатор от фирмы ROM Service. Автопробка SE называется. Вставляем нашу микросхему в слот. Выбираем 29F400BB. Производитель AMD. Ставим BB. Вот он нам выводит ST Thompson и AMD. И читаем ее. Читает, как вы видите, довольно-таки быстро. Сохраняем файл 29F400BB. Так, оригинал, Ори напишем. Сохраняем. $75 контрольная сумма. Берем Tango Key программе. Выбираем Азия, Sanyong. Так. Мегамост 48. Открываем нашу флеш сосчитанную. Вот она показывает, что в системе прописаны два ключа. Сейчас мы будем писать чип. Хозяин нашел ключи, но попросил записать третий. Мегамост 48. Так, первый ключ. Это у нас второй ключ. Мегамост 48. Итак, сейчас проверим. Какой ключ лежит на каком месте? Значит, вот этот ключ у нас. Ключ номер один. А вот этот ключ. Ключ номер два. Так, для того, чтобы написать третий ключ, нам нужно взять Мегамост 48. Вот так он выглядит. Вставляем его вот сюда и записываем третьим ключом. То есть указываем, что ключ номер три, и говорим записать. Все, пишем третий кей. Вот он пишет: запишите новый файл
в мобилайзер. Теперь проверяем. Открываем 3K, который мы записали только что. Вот наш чип. И проверяем, под каким он номером. Чип под номером 3. Все, чип записался. Теперь заливаем данные во флеш. Перед тем, как записать файл наш сохраненный 3K, нужно флеш стереть. И вот здесь, если у вас контакт плохой на флеш, то корректно дамп не сотрется и, естественно, не запишется. Нажимаю «Стереть микросхему». Стирание завершено. Проверяем на чистоту стирания. Все, ошибок нет. Микросхема пустая. Теперь нам нужно открыть файл 3K, который мы сохранили. Вот он. Открыли. И теперь записываем. Все, записался. Чтобы проверить правильность записи, мы смотрим контрольную сумму файла. Она у нас 0F55. И смотрим контрольную сумму микросхемы. Первое различие. Вписала вот третий ключ, был пустой. Теперь он заполненный. Просто повторяется эта комбинация 4 раза. Вот второй раз, вот третий раз и вот четвертый раз. Все, микросхема запаяна. Теперь можно ставить блок в машину и заводить третьим ключом.